Привет, это Стив, и в этом ролике я бы хотел сделать некую работу над ошибками относительно изменений, обнаруженных в ролике Battlefield 4, а также сопоставить некоторые вещи с Battlefield 3 и еще немного информации. Итак, да, больше нету синего светофильтра. Все выглядит живым, красочным и даже эффектным. Но взгляните на этот стоп-кадр. Вы заметили, что солнце стало гораздо менее ярким? А должны были бы заметить. Для сравнения, вот вам скриншот из Battlefield 3. Для пущей наглядности я переключу скриншоты несколько раз, чтобы было особенно заметно различие. Конечно, солнце в Battlefield ярче, чем в большинстве игр. Но одно то, что его яркость была снижена, уже очень здорово. Далее. Некоторые внимательные люди заметили, что на экране больше не видно накачанных, слегка грязных рук главного героя, а остались лишь перчатки. У меня для этого два объяснения. Либо это связано с небольшим изменением ракурса камеры, или же теперь оружие главный герой будет держать на уровне паха, как настоящий крутой мужик. В любом случае, это небольшое нововведение мне нравится. Потому что посмотрите, как много места на экране занимает оружие в Battlefield 3, так что теперь будет хоть побольше места для интерфейса. Также можно сравнить с Battlefield 3 скорость перезарядки. Там перезарядка М16 была 1,8 секунды. И на мой взгляд отличий никаких нет. Также скорость взгляда в прицел. Здесь это прицел М145, и скорость прицеливания в него была 0,3 секунды. И она также выглядит идентичной. И ведь действительно, зачем все это менять? А еще я нашел подавление тут и вот тут. Правда, все же выводов из этого никаких делать не стоит, ибо в ранних роликах Battlefield 3 подавления также не было. Осталось только сказать, что DICE официально подтвердили, в компании будет нечто вроде выбора действий, влияющих на сюжет, вроде как. Отрезать ли ногу своего товарища или нет, хоть это и не показали. Также всякие азиатские тян будут исключительно в компании. Ну а зато в мультиплеер добавят гидроциклы и боевые лодки с гранатометами, которые были в Bad Company 2, и я этому только рад. А пока, я Стив, это АЕК, и до встречи в следующем ролике.